Евгений Плющенко уже здесь, рядом. Жень, поздравляем с победой. Спасибо. Вы всему залу показывали, что вы номер один. Неужели вы думали, что кто-то может в это не верить? Ну, я просто напомнил. Сомнения, конечно, есть у многих, но надо напомнить просто. Вот да. Сомнения были после исполненного в четверных, после основных прыжков? Нет, ну надо было докатывать все остальное, потому что вы помните, что вчера сделал все основные прыжки сложные, а тройной лут сорвал. Поэтому сегодня был бителен, сегодня был настрой катать именно один элемент, второй элемент, третий элемент, четвертый элемент. Не все в кучу. Вот. Вообще у меня в планах было два четверных стояло, но сегодня выбрал только один четверной. И надо просто было откатать чистую, хорошую программу. Для уверенности, для зрителей, для судей. Вот. А второй четверной – это в будущем еще. Но решили просто не перегибать палку собственным состоянием физическим и с усердием? Ну, хочу сказать, что еще нету такой идеальной формы, да? Вот, например, для второго четверного. Хотя сегодня на тренировках делал, и неплохо делал, и в программе сделал два четверных. Ну, надо еще позаниматься, надо поработать, еще покататься, потренироваться. Все-таки пауза была долгая, длинная, и надо еще тренироваться много. По поводу оценок вы сказали, увидела я на экране, сказали нормально. То есть вас не перехвалили судьи? А я не знаю даже, какие сейчас баллы, если честно, у других соперников. Я имею в виду не на этом старте. Вообще без понятия. Вот. Ну, нормально, наверное, я даже не знаю. Я доволен просто своим прокатом. Очень доволен. Вот. А какой балл кинули там? Ну, дали, не знаю, меньше бы, больше бы. То все равно был бы доволен. А что чувствовали, когда катали? Вам стоя аплодировала Татьяна Анатольевна Тарасова? Это, наверное, дорого стоит. Ну, мне главное, стоя аплодировал мой тренер Алексей Николаевич Мишин. А вот, а то, что Татьяна Анатольевна аплодировала, это тоже здорово. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. А это великий специалист, это великий педагог, поэтому, конечно, дорогого стоит, конечно. Очень здорово, спасибо ей. А где вас в следующий раз можно будет увидеть? Какие теперь планы по сезону? Ну, давайте сейчас еще откатаем показательную программу. Хотел бы там сделать и четверной тулуп, и тройной аксель, наверное, в полную прокатать. Буду катать, наверное, короткую программу. Надо ее накатывать. А потом, небольшая пауза. На стройку дома своего еду. Надо и про жизнь не забывать. Я думаю, что в Москве, скорее всего, будет соревнование. От Америки мы откажемся, от скейт Америки. Поедем в Москву, либо в Казань на какой-нибудь этап. А чемпионат России? Обязательно. Чемпионат России, конечно. Ну, он в декабре будет, я поговорю про ноябрь. Обязательно чемпионат России. Надо отбираться на Европу и на Олимпийские игры. Ну что ж, спасибо. С победой и с возвращением.